Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Поросё. Начинаю ставить вторую партию куропатки, горного куропатки. У меня, так сказать, время почти нету, чтобы часто снимать, показать вам, что как я делаю. Я в основном отвечаю в комментариях, кто пишет, вопросы задает, что как. Хочу коротко говорить про первого результата. Пока они не вылупились. Сейчас скажу, когда я ставил. Первый этап ставил я вот здесь, написал 16 апреля. Они должны вылуплиться 11 мая. И тут еще несколько штук добавили яйцо фазана. Там не хочу все говорить про фазана, потому что у меня канал в основном про куропатки, горные куропатки. Это фазан друг дал. Для него я ставил инкубатор, еще там несколько штук там золотистого ставили. Что вылюблится, я вам скажу, покажу. Еще там ставили куриные яйца сортовые, там, не знаю, дорогие, там что-то. Сегодня 16 апреля я буду ставить 115 штук горного куропатки, а первого я ставил 82 штуки и плюс 8 штуки потом был, общий счет 90 штук. И из 90 штук были всего лишь 4 не оплот. Все были оплодотворены, но 4 штуки были не оплот. Из 90 штук это супер результат, чтобы считать, по проценту это почти нулевой счет, что не оплот. И еще 7 штук там развивался внутри, но дальше не шла и развитие. Итак, общий счет 11 штук из 90 штук был испорчен. Не рабочий яйцо был. Сегодня я собирал 115 штук, несколько дней собирал 115 штук куропатки яйцо. Здесь половина, и хочу ставить 13 штук яйцо цесарки. Там и 5 штук были на первом этапе, ставили цесарки. Инкубатор дезинфицировал, проверял. Заранее я наливаю воду, чтобы там где-то час уже работает, чтобы температура по-нормальному работала и влажность, стабильность была. Сейчас внутри 77% влажности. В основном я держу 80% влажности, 38 и 37,9 держу. Температура еще хочу повторять. Подписчики много, и новички, и подписчики спрашивают, как что делать. Друзья, сейчас я открою инкубатор, тут все заготовил. Долго вас тянуть не буду. Поставим и хочу еще кое-что показать по куропатку. Моих хекликов, что там случилось, я сейчас коротко вам с вами поделюсь. Давайте ставим яйцо, 3 дня оставлю, потом буду перемещать, вот таким лотком не оставляю, потом несколько дней так оставляю, потом снимаю и за бок вставляю яйцо. Это пока так оставим. Друзья, тут все оставляю вот так. Еще и это половинку.
поняли. И вставляем чесатку. Вот 13 штук. Вот так поставлю. Места хватает. Кеклики поют. Я ничего яйцо не промываю. Вот смотрите, как есть, так и вставляю в инкубатор. Ничего не мою, ничего не делаю. Все, ребята, сейчас закроем и будем ждать 5 дней, чтобы овоскопировать, смотреть, что как там развивается. Вот, друзья, смотрите, 37,9 37,8, а сейчас влажность по там покажет, 79% должно быть. Ничего не изменял, как есть, так и оставляю. Сейчас нажму плюс, вот 80%, аж это наш процент. Все собирается уже температура и влажность. Давайте сейчас пройдем, ну и хотел отдельное видео снимать, как, так как у меня время мало, сейчас покажу, что я с куропатками делал. Друзья, сейчас темно, из первого вольера, это прошлогодние куропатки. У меня был 11 штук самцов, побольше по количеству. Я их не смог пока делить, потому что они не взрослые были. Их невозможно было отличать самок от самца. Ну, сейчас их отделял. Там 25 штук самок и 10 штук самцов. Ну, это достаточно, чтобы они спарились. А эти очень по количеству побольше были. И они начали поранить самок. И они начали снести по-малому. 25 штук они снесли, 5-6 штук. Это очень мало. Там из второго вольера там самок мало. Каждый день 13 штук они несутся. Сейчас покажу, как они поранили самок. Ну, ничего так страшного, ничего нету. Ну, поближе покажу. Но если глубокие раны самок. Вот здесь 25 штук самок и 10 штук самцов. Сейчас приближу, друзья. Смотрите, как открывали голову самцы. Вот, это самка. Вот еще один. Смотрите, какие раны они делали. Поэтому помалу они начали снести. Вот. Вот смотрите, какие раны. Ну ничего, они выживут. Количество уменьшал. Ну сейчас темно, там ничего не видно будет. Все, друзья. Наш второй этап инкубации сезон ставлен. Кому вопросы будут, пишите в комментариях. Отвечу, пишу. Поделюсь с вами. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще интереснее видео. Всем пока, удачи, друзья!